Выходи за меня. Паша, идеал моего мужчины вымер. Опять к Артемию приехал? Опять он тебя в три шеи выперла? Так точно, Мария Кристина, выперла. Артемьева! Какой твой идеал мужчины? Луфанов, ты от него бесконечно далек. Я замуж выхожу. Чего? За кого? Он жених мой, Чеш. Я так давно тебя жду. Пойдем, о, пожалуйста. Меня? У меня ведро, я... Ничего страшного. Пожалуйста, пойдемте, я потом вам все объясню. Привет. Ну чего застыли, как два сфинкса? А кто этот мужчина? Мой жених. Бабушка, верни челюсть в исходное положение. Игнат Евгеньевич Галей. Ништяк фамилия Галилей. Простите меня, пожалуйста. Глупость несусветную сделала маме в личной жизни неприятности. У моей жены приступ подозрительности. Она вчера в машине нашла два твоих волоса. Меня вообще с работы выперли. Вы зачем за мной пошли? Так вы позвали. Я не хочу это лицо видеть в кровоподтёках и с расквашенным носом. Не нужно тебе драться. Ты хрупкая. Расскажи мне, пожалуйста, про эту комету. Когда она пролетает, происходят невероятные вещи. Нет, ты очень большая, у меня поменьше какую-нибудь. Мамаш, поменьше, только лысая. Как вы, что ли? На мамашу скидка. След с тобой бегаю, никого кроме тебя не вижу. Выходи за меня, Артемия. Ошибку вы совершаете, девушка. Ему ведь кроме космической галактики никто не нужен. Представь, как будто бы твое желание уже сбылось. Мамочка, ты держишь печатное издание вверх тормашками. Я держу, как мне удобно.